Благодаря новому руководству региона в лице Сергея Меликова Дагестана, в частности, Каспийск активно развивается с каждым годом в разных направлениях. Это реконструкция общественных территорий, дворовых пространств, а также дорог. С 2021 по 2023 год под руководством главы муниципалитета Бориса Гонцова благоустроена 41 улица общей протяженностью 21 030 погонных метров. В рамках приоритетного проекта правительства «Мой Дагестан, мои дороги» в 2021 году благоустроены 22 улицы, в 2022 году 8 улиц, 23-м 7 улиц. Из 41 улицы 37 улиц благоустроены в рамках данного проекта. Данный показатель влияет на индекс качества городской среды. По этому случаю дополнительно по местным инициативам в 2022 году было благоустроено 3 улицы, а также дорога к штабу Каспийской флотилии. Ее финансирование было реализовано из резервного фонда Республики Дагестан. В рамках выполняемых мероприятий выполнены работы по асфальтированию дорожного полотна, по обустройству тротуаров, пешеходных переходов, установлено уличное освещение, установлена дорожная разметка, также установлены искусственные неровности, также установлены светофорные объекты Т-7. По словам Мадины Магомедовой, светофоры, дорожные знаки, пешеходные ограждения, разметки и искусственные неровности преимущественно установлены около образовательных учреждений. Улучшения есть прогресс, дороги стали лучше, светофоры установили там, где пешеходные переходы. Ну, есть продвижение вперед. Спасибо, то, что в сторону 8-й школы тротуары были заасфальтированы. Очень удобно. Это мой район, где я проживаю. Стало намного лучше. Сейчас первичный список улиц, подлежащих реконструкции в текущем году, уже сформирован и находится на стадии утверждения.